Сколько стоит? 35 рублей. Вот. Это где это продают? Вот здесь, в подвале. Прием это... Ну что там? Тоже сериально. Металлолом? Бутылки там. Все, ладно, не шуми, не шуми. Банки. Доброй ночи, дорогие колпинцы. Меня зовут Михайлов Артур, моб-патриот. Сегодня я вам хочу показать подвальные помещения старого универсама, провести экскурсию. Соответственно, было очень много обращений в моб-патриот по поводу того, что здесь продают спирт. Вот именно в помещении, где пункт приема металлолома. В течение полугода мы не могли отработать это помещение, но вот сегодня действительно у нас все получилось. Мы сегодня сделали закупку, купили спирт. Пройдемте, посмотрим. Соответственно, мы вызвали сотрудников полиции и АБЭПа. В данный момент проводится осмотр помещения. Ну вот такого вида подвальное помещение. Хотел бы показать вам, как они используются. Значит, вот здесь вот у нас получается, не знаю, это общежитие. Здесь есть кровати. По всей видимости, здесь ночуют. Багаж. Пройдемте дальше. Нет. Вы живете тут? Нет. Да, говорит, да. Вот, соответственно, это у нас, насколько я понимаю, пост охраны. Дальше лучше. Висят душевые. Вот это самая настоящая душевая. Для кого, конечно, неизвестно. Здесь мы обнаружили всего лишь 3 человека, включая, по всей видимости, хозяина. Вот у нас здесь висят мочалки, есть мыло. Здесь же подается вода. Вот, соответственно, насколько мы понимаем, это все идет от общедомовой водоснабжения. Полная антисанитария. Большие катакомбы. Здесь коридоры проходят по всему зданию. Здесь же, значит, разливают, торгуют спирт. Вот это вот чистой воды, чистого спирта. Все подвальные помещения захламлены. Здесь есть куча металлолома, пустые бутылки, вот эта тара получается. Ну, здесь все наглядно, вы можете видеть все сами. Вот, пожалуйста, пакеты с пустой тарой. К слову говоря, 0,5 спирта стоит 50 рублей. И говорят, что как бы он здесь некачественный. Здесь же пункт приема металлолома. Здесь можно видеть черный металл, там цвет мед. Вот здесь можно видеть дохлую крысу, живущую по соседству. Дальнейшее помещение все абсолютно такого же вида. То есть здесь я призываю Колпинский Роспотребнадзор обратить внимание на данное помещение. Хочу сказать, спиртом здесь воняет категорически. Была бы здесь Елена Летучая в нашем городе, она бы просто пришла бы в тихий ужас. Так, что мы тут видим? Где-то здесь были канистры со спиртом. По всей видимости, сотрудники полиции уже ее забрали. Второй этаж полностью захламлен. Здесь мы опять же таки видим какие-то жилые помещения, что-то вроде раздевалки. Здесь мы видим какую-то обувь. Соответственно, здесь ведется какая-то, видимо, если не коммерческая деятельность, то здесь используется как складское помещение.
В данном помещении, видимо, используется по целевому назначению или по нецелевому предназначению распиловка черного металла цвет меда. Фу, запах затхлый. Я думаю, что здесь и так все понятно, в дальнейшем осмотре нет смысла. Предлагаю выйти на свежий воздух, потому что здесь недолго и задохнуться.